что ж ты делаешь, содержал бы еще 10. Передача Александра Дедушка, номер 22, а шайбу забросил Кирилл Гаврилов, номер 5, команда Динамо Шинник, играет в полном составе. Ну давай же, вперед. Блин, ну зачем тянул? Команда Динамо играет в полном составе. Пижонить нельзя.
крестовину. Специально провоцировали, чтобы втроем остались наши.
секундный тайм-аут дала команда «Динамо». Завтра прошу соперника Клюшкой. Маланская команда «Динамо» Константин Кузнецов. Номер 42. Команда «Динамо» Шумный. Последние 2 минуты третьего периода. Ему 100 и тебе 100, блядь. И ни разу не попали.